sāksim šīs tikšanās otro daļu. Darbībā jūs viņus jau tā kā redzējāt. Tad šobrīd uzklausīsim kluba direktoru Ilgvaru Šēnu, komandas galveno treneri Vladimiru Osipovu. Un ja paliks vēl kaut kas nepateikts, tad tie būs jūsu jautājumi, kur jūs varēsiet uzdot jebkuram no klātesošajiem. Vakar visiem. Добрый вечер. Ну что, мы опять начинаем очередной сезон. Прямо сходу, да? Конечно. Ну видишь, только что тут час назад показало, что мы кое-что еще умеем, там и футбола, да? Умеем, да, многие совсем хорошо, многие там всякие. Ну, тут соседи наши, да, да. Ну, общий уровень, конечно, достойный. Литовский. Играть против команды высшей лиги, это, я понимаю, не просто так. Собраться не без практики, без ничего, ну, сыграли достойно. Ну, я не знаю, есть ли смысл останавливаться на прошлом сезоне, наверное, особо нет, да? Нет. Особо нет. Играли. Хорошо сначала, потом посередине так, под конец играли просто здорово, и все равно одно очко не хватило. Да? Ну, думаю, что в этом сезоне такого не будет. Начнем ровно и кончим ровно. Если кто не знает, что в Кубке мы на полуфинал вышли на Елгаву. Все знают уже. Информация идет во все стороны. Чем хорошо, чем плохо, не знаю. Нормально. Ну, если все нормально, вы, наверное, не знаете их стадион. Какие преимущества у них на своем стадионе. Но поскольку мы там сейчас уже в субботу и в прошлом сезоне освоили этот их так называемый зверинец, да, я думаю, что не должно быть у нас больших помех, и мы будем играть достойно. По составу, я думаю, по составу больше тренер скажет. Я думаю, что мы укомплектовались хорошо, удачно. Все ребята. Не очень. Да. Ну, это никогда всем не будет хорошо. Наше мнение, что хорошо. Ребята друг друга знают, все сыграны. Остается только на поле это доказать. Завтра у команды встреча с президентом. Здесь последнее наставление, последние задачи. Ну, у нашего президента задача всегда одна. Да. У него других нет. У команды тоже. У команды тоже нет других. Я думаю, что вас, болельщиков, тут без этого не пройдет, что будут заданы вопросы по автобусам, конечно, да? Ничего не будет. Такого не будет, что ничего не будет. Но вот 24-го, хоть бы так. На наши 4,5 автобуса у нас было на 24 число 9 заявок. Еще вовсю идет хоккей, там идут плей-оффы. И где-то до начала августа у нас будет просто очень тяжело. Тогда числа 10-го кончится хоккей, тогда будет дальше полегче. Ну, я думаю, что вы можете не сомневаться, что и в прошлом году старались автобусы по возможности получить. И почти всегда были, да? Или не так? А на Кубок хоккей не стало? Я сказал, всегда не будет, и сейчас не будет. Одиннадцатого надо было на Кубок. Одиннадцатого? Это какого? Мая? Да, апрель. Апрель. А, Кубок. Обещаю, 100% будет. О, обещаю. 100%. Я извиняюсь. Ну а сейчас что там это? Мы можем там это заплатить за автобус, там это кто там хочет, там это по 3 лата, по сколько там это нужно. А, там, а где он автобус? Ну не знаю. Да, я, по-моему, ясно сказал. На 4 автобуса 9 заявок. Ну что я отменил, да?
то я отменю. На 4 дня. Ну, я уже и так отказал. Вот это сидят там, это пускай поднимут руки, а могут они... Давайте вечер вопросов-ответов чуть позже, сейчас мы поговорим потом уже. Да? Я просто коснулся автобуса, что это больное место. Никто не хочет заниматься. Кто не хочет заниматься? Я вам могу сказать, если заканчивая этот вопрос, что мы со стороны брать автобус для фанов не будем. Потому что мы сейчас сидим на половине бюджета, который был когда-то в жирные времена. Брать автобус, платить 400 лат для вас за автобус в Ригу и обратно, мы, к сожалению, не можем. Будут заводские автобусы получаться, будете ездить. Со стороны мы не можем брать. Не можем. Все, ясно? Понятно. Я не знаю, я, в принципе, я могу дальше отвечать на вопрос, а в принципе, мне сказать девушку. Ну, по ходу дела еще вопросы будут, наверное, ко мне и генеральному директору. Пару слов о подготовке команды. Начали мы в середине декабря. На 30 декабря, значит, у нас в команде официально числилось 4 футболиста. Официально. На 30 декабря. Потом переподписали контракты ребята. В команду пришло 2 новых человека, ну один более известен для вас, да, это Валерий Афанасьев из Добропивца. Много он нам попортил нервов, лет 10, да, но в конце концов мы его выдернули оттуда с превеликим трудом, теперь он наш, теперь он портит нервы, если вы уже заметили, на кубковой игре с Долговой, он там прилично им... Своим 10 лет у нас будет играть. Мы только за, да. И появился у нас легионер Миндалгас. Не заметить его в городе нельзя. Не заметить его было нельзя сегодня на предыдущем мероприятии, когда он сверху клал мячи в корзину, да? Будете... И те, кто был на игре с Долговой, да, уже заметили, что он успел отметиться, прописаться, так сказать, в команде на поле, забил победный гол. Да. Думаю, эти 2 человека для нас это очень большое усиление, в связи с чем Чиникас из защиты ушел. У нас проблемы, значит, по болезни, значит, Сурнин и Михайлюк восстанавливаются, ребята. Ушел Емелин. Так что, сами понимаете, были довольно-таки большие проблемы у нас. Ну и Боженька увидел, что у нас такие большие проблемы. И в качестве подарка, бонуса, нам подкинул хорошо знакомого Кляву. Его не надо, убери руку. Не в обиду сказано кому-то, чтобы не понял кто-то, что это политика, он даже уже похож на Абрека. Визуально стал, да? Эти 3 человека, то есть у нас почти самые слабые линии, у нас получилось так, что теперь линия обороны у нас самая сильная. Будем надеяться, что так как мы провели первую игру, без особых приключений, надо признать, да, я думаю, вы тоже это заметили в защите. Думаю, в сезоне то же самое будет. Но усиление в атаке, это, конечно, Афанасьев у нас будет. Подготовку декабрь мы проводили здесь, или январь. Если помните, зима была неважная для футбола. Много снега, много мороза. Бетонное поле наше было искусственное. То есть условия не самые благоприятные были. Пришлось ребятам месить снег Берната, горы. К мячам мы меньше были доступны, сколько могли, катались в легкоатлетический манеж, там бавлись с мячами. Ну и в продолжение этого скажу, не совсем удачный по погоде сбор у нас получился на юге. Да? Тоже попали под дожди, поля были залиты, полностью залиты.
если кто-то был на Даугаве стадионе, видел центральное поле, копия. В Турции наши поля там были. По объему программы мы выполнили, немножко по направленности, больше на технику, на тактику у нас не хватило этого, да? Но компенсируем здесь. В наших условиях, дай бог, погода будет теплая, втянемся в сезон, что-то мы более серьезно наиграем. Благо, официально первая игра прошла для нас удачно по результату. Шероховатостей хватает, новички притираются, зашли в раздевалку, как бы свои люди они попали в раздевалку, значит, команда, ну, как будто свои, они были на 100 лет, оба, и Бабужес, и Валера Афанасьев. На поле еще маленькие шероховатости есть, я думаю, это все исчезнет. Ребята опытные, у нас команда, как вы знаете, самая опытная в Латвии, самая опытная. Осталось нам, минус нам только если побольше мотивации нам доставит руководство клуба, в финансовом плане имею в виду, чтобы у нас было повыше мотивации, еще чтобы мы не могли слегка расслабляться в играх с заведомыми аутсайдерами. Что у нас, к сожалению, случилось, и в том числе это моя вина, в прошлом году, когда мы на ровном месте потеряли несколько очков, которых, в конце концов, не хватило. Сезон будет длинный очень, такого сезона никогда не было в Латвии. Спады будут у каждой команды, дай бог избежать большого количества этих спадов, чтобы мы прошли сезон более-менее ровно. Первый раз. Это будет, ну и схема розыгрыша, ясно, что через год мы это увидим, стоит ли играть столько много игр или не стоит. Хотя к чему? Мы тоже голосовали за большое количество игр. Для чего? Одна из причин, ну я могу шутку, конечно, сказать, чтобы было побольше побед, чтобы было побольше премиальных. Это так, но в конце сезона мы разогнались так, что для нас, когда остановился сезон, для нас это получилась трагедия. Только-только-только мы почувствовали этот вкус побед. Длинная серия получилась у нас, и нас обрубили. Дай бог, чтобы в этом году поменьше было спадов у нас, а побольше удачных игр. В целом команда вся осталась, костяк команды у нас на месте. Смотрим сезон с оптимизмом. С оптимизмом. Про обстановку в команде, ну, мы обычно ничего не выносим из раздевалки, но и хвалить я тоже не буду, хвастаться, чтобы не сгладить руку, а дерево постучу. Дай бог, чтобы получилось нормально у нас. Завтра встретимся с президентом, пару вопросов ему, конечно, зададим. То, что нас волнует, интересует, ну, какие будут ответы, президент есть президент. Вопрос можно? Вот эти, когда мы были на сборе Турции, да? Была какая-то информация, что вы присмотрели Турция игрока. Ну, у вас такая статья, что не успели вовремя закрыть окна, своим окна продать, в аренду сдать из Эстонии или двух игроков. Типа не хватило денег. Какой был там игрок в Турции, который хотели бы себя взять команду? Ну, если я скажу, что Месси, вы не команды, поверите, да? В селекционерстве есть команды, но такое не может быть, что есть какой-то команде там смотрит за приобретение игроков, прогадал на пару дней, успел отдать в аренду в Эстонии игрока. И за эти деньги могли бы купить игрока в Турции. Ну, сразу отвечу на вопрос, хотя это прерогатива руководства клуба, да? Мы никого никогда не покупали, никогда. В клуб нам приходили люди, которые хотели играть в нашем клубе, желали играть, ну, естественно, и умели играть. О том, что мы кого-то присмотрели, даю вам честное слово, никого мы не присматривали, нам хватает своей обоймы. Своей обоймы хватает. То, что мы отдали в аренду, несколько игроков хотели, да, в Эстонию был такой вариант у нас, отдать и взамен на их зарплату попытаться пригласить кого-то в команду, да. Вы знаете, что в атаке у нас немножко проблематично идет. И хотелось бы, как я уже который год говорю, фактурного нападающего. Клиенты были, желающие были, но до просмотров не доходило. А в аренду, значит, у нас ушли Мэш, Петрук. Возвращаясь к прошлому сезону, а в чем причина отсутствия Емелина?
Значит, в чем причина? Емелин сам пожелал уйти. Он пришел ко мне и сказал так: я честно отслужил здесь 10 лет, в клубе отыграл, да? Я бы хотел попробовать. Неужели я должен всю жизнь быть в одном клубе? Я ему сказал: Антон, если у тебя есть варианты, никто тебе, контракт кончается с Нового года, если у тебя есть варианты, где лучше играть, не имеем права задержать. Он говорит: у меня есть два варианта. Ну вот, какие у него были варианты, я его не стал, конечно, допытывать, да? Ну и вот он, потом он оказался в Юрмале. По плакету. Но здесь можно добавить то, что уровень зарплаты, сами понимаете, для нашей страны несопоставим с другими чемпионатами Европы, я имею в виду, да? Не беру Эстонию и Литву, да? Но ясно, что люди, рыба где глубже, человек где лучше, да? И с надеждой на то, что зарплаты будут намного выше в других чемпионатах, ребята имеют полное право уйти, когда заканчивается контракт, и никто удерживать их не собирается. Ну, первый рейс. Ну, ты сам. Сейчас, как бы, здесь вышло. Сейчас, как бы, здесь вышло. Сейчас, как бы, здесь вышло. Сейчас, как бы, здесь вышло.